Перед тем, как объявили об отмене всех массовых мероприятий, в Ленинском мемориале успели провести еще один мастер-класс творческой школы для одаренных детей Ульяновской области «Мир детства». На этот раз участниками стали юные музыканты из Тереньгольской детской школы искусств. Художественный руководитель и дирижер Иван Крайник поделился секретами исполнительского мастерства. Музыка – это такой вид спорта, скажем, в котором можно работать всегда, бесконечно, и нет предела совершенству. Юные музыканты на примере нескольких произведений работали над фразировкой и средствами музыкальной выразительности в инструментальных оркестровых пьесах и в аккомпанементе. Нас научили по-новому играть в произведения, по новому мотиву, с новыми эмоциями. К слову сказать, Тереньгольская детская школа искусств не первый год тесно сотрудничает с Ленинским мемориалом. И в рамках международного музыкального фестиваля «Мир, эпоха, имена» юные музыканты не только посетили мастер-класс, но и выступили с небольшим концертом, предварив выступление профессиональных коллективов. Готовились с большим интересом ребятишки. Очень им они были заинтересованы, во-первых. На репетиции приходили от и до и репетировали с большим желанием и выполняли все, что я требовала, вроде бы выполняли все замечания. Вот, старались. Как участники фестиваля, юные музыканты и их руководитель были награждены благодарственными письмами. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ.